Друзья, привет! Сейчас мы вам покажем невероятно вкусный салат. Салат будет с помидором, черешня, сыр фета. Для этого нам понадобится 500 грамм помидор, 200 грамм черешни, 100 грамм сыра фета, чайная ложка меда, масло, соль, перец по вкусу. Для начала нам нужно будет почистить черешню. Берем черешню и главное почистить черешню аккуратно. Вот таким вот образом я это делаю. Потому что в еде очень важный эстетический вид. Одна половинка снимается хорошо, а здесь нужно подрезать. Это будет самое сложное в этом салате. Все. И таким образом чистим все 200 грамм. Итак, друзья, смотрите, черешню мы почистили. В чем еще плюс чистить так черешню? Вы ее аккуратно открываете и можете найти весь белок, который в ней завалялся. Ну, я имею в виду маленькие червячки. Вроде бы ничего страшного, а уже приятнее, что 100% без них. И теперь плавно переходим до помидоров. Нам надо 500 грамм. Мы будем вот так резать. Разрезаем, вырезаем эту ножку. И теперь режем вот такими кусочками. Примерно хаотично, как вам нравится. Больше кусочки, меньше. Мы режем так. Раз. И следующие помидоры в таком же духе все режем. Самое главное еще здесь подобрать очень хороший, вкусный, желательно домашний помидор. Домашний, конечно, очень сложно найти, но это тоже будет неплохо. И нужен нам еще наш любимый сырок фета. То есть нам тут 200 грамм, нам нужно 100. Не разрезается. Раз. Это до лучших времен. Так, есть. И теперь будем резать его кубиками. Так. Прилипает сильно. Так, давай сразу этот. И вот так его на 4 части. Желательно, чтобы сильно не развалился. Итак, друзья, все ингредиенты подготовлены. Переходим уже непосредственно к действиям. 500 грамм помидор отправляем сюда крупными кусками. Раз. Есть. И теперь у нас идет 200 грамм черешни. Есть. Теперь нам надо масло. Берем масло не рафинированное. Одна столовая ложка. Ну, смотрите, как вам больше нравится. Добавили масло. Если хотите, можете добавить больше. Вот. Теперь нам надо добавить одну чайную ложку меда. Соль так же само по вкусу. И черный перец. Перец потом еще можно будет в тарелку добавить, чтобы более красиво было. Так, и теперь все это нам надо перемешать. Ой, запах пошел вообще. Нереальный запах. Так. Знаете, какой простейший салат получается. Так. Берем ложки. И теперь нам надо положить сыр. You're sorry.
здесь у нас есть кусочки побольше, кусочки поменьше. Все, друзья, подаем на стол и наслаждаемся. Поехали. Друзья, вот мы присели наконец-то. Сейчас попробуем этот салатик. Если честно, слюнки уже текут, нереально текут. Хочется есть. Но мы этот салат делаем первый раз, поэтому не знаем, какое будет сочетание, вкусно или нет. Давайте попробуем. Возьмем сразу. Так, возьмем помидор, черешню. И сразу же кусочек сыра. Ну, такое. Если честно, я прям ожидал какую-то бомбу. Может быть, ни за что. Давайте еще попробуем. Возьмем красный помидор. Сейчас хлеб прожую. Не хватает, наверное, сладости. Сахара, наверное, надо было добавить. Салат никто не добавляет сахар. А сейчас мы добавим немножко сахара. Сахар в салат, сынок, добавляют. Он вкусный, да, но вот. А я кушал. А тебе? Из этой банки. А ты пробовал? Помидор всегда добавляет сахар. Я всегда в салат с помидором много куда вообще добавляю. Так. И еще сюда можно сок лимона добавить. А мы поехали дальше, пробуем. Сок лимона, наверное, будет лишний уже. Ну, кому как. Вообще сахар очень люблю. Ну, в общем, начинайте. Скажу так, черешня практически вообще не чувствуется. Не знаю почему. Может, надо гораздо больше. Гораздо больше что? Не знаю, я думал, будет бомба. Получилось на любителя. Пробуйте. Добавки больше черешни. И все это у нас дополняет пюрешка. Пюрешку Кристина вообще готовит феноменальную. Никто такую крутую пюрешку не готовит. А как готовить пюрешку, можете посмотреть на нашем канале, если подпишетесь. До новых встреч!